Добрый день! Меня зовут Марина, и сегодня мы находимся на выставочной площадке в городе Смоленске. Сегодня будет непростой обзор. Сегодня я вам расскажу, как выбрать самый лучший пресс-подборщик. Какие модели существуют? Для каких технологий применяются? А также какой трактор необходим для их агрегатирования? Это и многое другое мы узнаем в нашем видеообзоре. Заготовка кормов сейчас в самом разгаре, а пресс-подборщик – машина, без которой в этот сезон просто не обойтись. Большой ассортимент прессов на рынке вводит в ступор даже самых опытных фермеров. Сегодня я вам расскажу про ассортимент пресс-подборщиков компании ЛБР. Расскажу их основные отличия, а также особенности каждой модели. Подобрать пресс-подборщик вы можете самостоятельно всего за 5 минут. Для этого необходимо перейти по ссылочке в описании и, ответив на несколько вопросов, подобрать необходимый пресс-подборщик под свой трактор, бюджет и технологию. Если вы планируете заготавливать большой объем корма в рулонах, то вам необходима большая и производительная машина. Для таких целей мы рекомендуем использовать пресс-подборщики итальянской фирмы Maschio Gaspardo. Эти пресса представлены следующими моделями – пресс-подборщики Entry, Mondiale и Extreme. Пресс-подборщики отличаются по типу камеры прессования, а также по наличию системы резки. Пресс-подборщики Entry 150 предназначены для заготовки любых зеленых кормов на всех стадиях высушивания. Пресса оборудованы камерой постоянного объема, что позволяет получать качественные и очень плотные рулоны с размером 120 на 150 см. Пресс может быть оборудован системой увязки как в нить, так и в сеть. Мы рекомендуем использовать шпагат марки Ураган 500 для данного пресс-подборщика. Подробное описание, технические характеристики, а также преимущества данного пресс-подборщика можно увидеть в нашем видеообзоре. Ссылка находится в описании под данным видео. Отличным аналогом импортного пресса является пресс PR120 производства Бежецк-Сельмаш. Это отечественный пресс-подборщик с полностью итальянской начинкой. Пресс подойдет для заготовки сена, соломы, а также зеленых кормов. Надежная камера прессования с цепочно-планчатым механизмом, а также широкий подборщик обеспечивают получение качественных и плотных рулонов с размером 120 на 120 см. Пресс PR120 оборудован системой увязки в нить или в сеть. Все расходные материалы можно приобрести в компании ЛБР. Если вам необходим простой, но надежный пресс-подборщик, я рекомендую обратить внимание на прессы PRF от Бобруйска Громаша. Линейка данных пресс-подборщиков состоит из трех основных моделей – PRF110, PRF145 и PRF180. Основным отличием данных пресс-подборщиков является объем камеры прессования. Готовые рулоны получаются размером от 110 до 180 см соответственно. Пресс-подборщики PRF подходят для заготовки сена и соломы, а высокую надежность их работы обеспечивает камера с цепочно-планчатым механизмом. Для всех пресс-подборщиков PRF мы рекомендуем использовать шпагат TEX-2200. Очень похожим по своим техническим характеристикам является пресс-подборщик PR145S – хороший, надежный, отечественный пресс-подборщик производства Бежецк-Сельмаш. Главным отличием данного пресс-подборщика является расположение сницы, за счет которой пресс идет сбоку трактора. Это обеспечивает следующее преимущество. Трактор не наезжает на волок, не цепляет кормовую смесь мостами и сцепкой, что обеспечивает получение максимально чистого корма. Кроме того, оператор может наблюдать за работой пресса. Пресс подойдет для заготовки сена и соломы. Увязчик нитевой. Для агрегатирования необходим трактор от 80 лошадиных сил, например, МТЗ-82 или аналоги. Если вам необходим небольшой пресс-подборщик для заготовки сена в тюках, мы рекомендуем использовать пресс-подборщик Z511 польского производства компании Уния. Пресс оборудован нитевым увязчиком и подойдет для небольших тракторов от 35 лошадиных сил. Размер готовых тюков можно настраивать от 30 до 130 см. Небольшие прямоугольные тюки весом до 30 кг удобно использовать, хранить и транспортировать. Подробное описание данного пресс-подборщика можно найти на нашем сайте. Ссылка будет в описании к данному видео.
Для заготовки сенажа в рулонах можно использовать как комбинированные пресс-подборщики, такие как Мондиали Комби или Дуэтто, а также отдельно пресс и обмотчик рулонов. Мы рекомендуем использовать обмотчик рулонов Z245 компании Pronar. Обмотчики Z245 оборудованы системой самозагрузки и самовыгрузки, что позволяет в сезон кормозаготовки не задействовать дополнительной техники, такой как погрузчики или иные машины. В завершении хочу пригласить вас на наши площадки в любой из филиалов сети ЛБР, где вы можете увидеть всю сельхозтехнику вживую. Чтобы узнать цену на пресс-подборщики, а также их описание и технические характеристики, переходите по ссылке в описании, которая находится под данным видео. А также подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. На этом все. До новых встреч!